Всем привет, вы на канале Tether Games, меня зовут Вирт, и сегодня мы будем в очередной раз пытаться побеждать много орков из игры Средиземье Тени Войны. В прошлый раз мы долбились в городе Минас-Итиль, теперь нам предлагают перебраться в соседний форт. Не знаю, как он тут называется. Короче, в соседний форт Киритунгл. И давайте переместимся туда, что ли. Посмотрим, что же там происходит. Что за хрень там творится. Ой, какие страшные орки. Особенно вот этот справа. Так, сейчас разберемся. Армии Киритунгла собирают силы для решающего штурма Минас-Итиля. У Шелоп есть сведения, которые помогут нам найти и устранить командиров армии орков. Вернитесь к ней и подорвите силы армии Саурона изнутри. Выводите из строя заставы врага, чтобы ослабить ее армию. Чтобы вывести заставу из строя, победить ее капитана. Да без проблем. Я столько с этими капитанами в Минас-Итиле долбился, что прям мясо. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит вообще. Так. Монумент. Уничтожить монумент племени правителя. Что за хрень? Хадирчик. Вот, мы сначала хадирчик снимем, а потом, ну что, будем потихоньку долбить капитанов и прорываться сначала. Палантир пока не досягаем, возможно, введение шелпок. Короче, вот мы сейчас мы будем вот так вот пробиваться, попытаемся разбить несколько командиров и добраться до сюда. Ну и там посмотрим уже, как дело пойдет. Так. Сначала Хадир. Вот он не так далеко. Что здесь происходит? Что это за огромная хрень? Ого. Новый враг. Называется Грауги. Грауги? Короче, здравствуйте. Здравствуйте. Массивные звери, которые так просто не убить. Когда Граук зарычает, стреляйте ему в голову усиленным выстрелом, и вы его оглушите. То есть еще нужно ждать, пока он... Ну, блин. Так, а что мы... Он не побежит на нас? Он нас не видит? Или он воюет с орками? Так, давайте подождем. Раз уж орки усиленно им заняты. О, удерживайте, что... Его орки склонили, а мы его можем... Опа, нифигасечки. Классненько. Ох, какая веселуха сейчас будет. Пожирать врагов. Бежать, карабкаться. Ладно, давайте. Пожирать врагов. Всех орков убить. Классно убивать орков. Урки, я вас всех убью сейчас. Вообще довольно забавно. О, можно еще и поесть неплохо. Интересно, долго я так смогу фармить? Ведь у меня ярость очень быстро копится. Прям вот вообще очень быстро. И это позволяет мне, в принципе, тут же отожраться и накопить здоровье снова. То есть я вообще не вижу никакой проблемы. Сейчас мы доберемся до лучника, который упорно тут пытался меня штамповать, и съедим его просто. Ням-нямки.
Все. И всех зачистили. Времени, я так понимаю, нету никакого. Можно на нем сидеть хоть до потери пульса. Я потом соберу эти все сокровища. Еще и собачку убьем, наверное. Словленная собачка. Ну и что? А мы ее съедим. Ничего себе. Прикол какой. Ну-ка. Я уже честно скажу, я уже забыл, зачем я. Зачем я здесь? Ай, жесть какая. Настолько это весело. Они, походу, ничего не могут ему сделать. Здесь нужны какие-то другие силы, чтобы завалить этого чувака. Вражеский капитан где-то неподалеку. Ладно. Слезаю я с него. Все. Я его коцнул. Сейчас я быстренько соберу все трофейчики, которые благодаря ему мы надыбали. Вот тут где-то что-то было. Вот тут вот. Раз. Это монетки. Вообще, ценность монеток в этой игре я пока не ощущаю. Я их собираю. Они нужны, чтобы апать оружие. Но вот как-то... И, по-моему, еще эти кристаллы, камни, что ли, что-то с ними там делать, объединять. Вот, но как-то они мне особо пока не нужны. Так, я забираюсь на Хедир. И сейчас мы с этой смотровой площадки все заценим, что тут, что в округе есть, куда нам идти. Смотрим. Оком видящим. Так, что тут у нас? Давайте глянем. Вау, всевидящее око. Так, смотрим. Падать вниз далеко. Не будем падать вниз. Так, вот там что-то есть. Вот где? Ищем. Вот, а. Есть. И еще там что-то есть. Опа. Всего две. А где еще? Ну где? А как смотрите, если здесь сплошные скалы? Нафига они вообще сюда этот глаз разместили? Так. Это еще не все вроде бы. Или все? А, нет, еще не все. Еще две какие-то хрени я должен найти. Вот. Вот там. Глазик может смотреть сквозь камни, как интересно. Все. Здесь мы все, что могли, нашли. Все интересные точки. Хедир очищен. Точка, как я понимаю... Нет, это не точка перемещения. Так. Угу. Ну что, давайте двигаться, что ли, к монументу, наверное. Или попробуем зачистить какого-нибудь капитана. Давайте вот этого зачистим. А куда нам нужно двигаться? Вот туда. Сейчас мы быстренько туда придем и его покоцаем. Я не думаю, что он шибко высокого уровня, поэтому... Отправить его респауниться нам будет несложно. Опа, что-то мы уже близко, а его все не видно. Что-то как выскочит. Опа. Что за? Let us see how all this training serves these orcs in actual combat. Что ты, кто вообще, мужик? Опа. Все, отправился. А что там дальше? Вот там, что там? Ладно, давайте не будем отвлекаться. Мы туда сможем вернуться. Идем по следам. Вот. Вот, мы заодно сейчас
Получим ценную информацию. Получить сведения. Сейчас мы узнаем, чего он боится. Больше всего боится моргайских мух и уязвим для дистанционных атак. Чем будем стрелять, значит? Раз такая пьянка пошла. Давайте. Что это? Ё-моё. Гули. Гулем. Если гулем удается отступить свое логово, они вернутся с сопровождением гуля-матроны. Гули-матроны сильнее, крепче обычные гули. Поодиночке гули слабы, но когда их много, а смертельно опасно. Все понятно. Короче, нужно попытаться размесить их. Тут он какой-то зеленый еще орк, вонючий. Зеленый вонючий орк. Что-то какая-то потасовка странная. Взрываем. Сейчас они все должны от яда погибнуть. Ну или какая-то часть их, по крайней мере. Опа, вот, нашли кого-то. Правда, это другой чувак. Еще и засада оказалась. 12 уровень. Да. Бесит смертельные раны. Опа. Опа, он мне нормальненько навалял. Мне это не очень, честно скажу, нравится. Нужна мышь. Нужна мышь или вот кто-то. Кто-то. Опа. Ух, мне досталось. Ух, досталось. Но я ему смог отомстить. Ничего себе, стычки причем. Забавно. Поднимайся, следопыт, нельзя терять времени. А что здесь? Халявные эти шмотки. Халявные шмотки. И еще вот здесь вот тоже камушек. Эй, камушек не забрать, взять самоцвет. Вот. Так, что еще? Так. Давайте я сразу, раз уж я здесь, я надпись читаю. Есть? Уже достаточно быстро было. Итак, бежим по следам. Нам нужно найти какого-то капитана по следу. Вот он тут шел, из него капал. Может, семки он просто тут. Что-то у меня как-то хпшки мало. Надо что-то придумать. Может, мышь какую-нибудь найти. Пока что-то. Ну, их не очень много, я думаю, ничего критичного здесь не будет. Справлюсь с ними со всеми. О, еще камушек здоровья. Это очень классно. Сейчас я с ними со всеми разберусь, и все, и будет несчастье. И заодно еще и хп получу. Отлично. Эй! Я успел самоцвет взять и этому чуваку надавать пинков под задницу. Так, ладно, бежим дальше. Так. Вот, похоже, он в той куче на... Так, стоп. Я прибежал, а где вражина? Вот это что ли? 11 уровень. Да, без проблем. Давай, иди сюда. Фига, здесь такая толпень. Пожалуй, их нужно немножечко поджечь. Иди сюда, грубая тактическая ошибка. Я знал, что ты ее сделаешь. А я знал, что вы ее сделаете. Что он опять говорит? Его бесит гореть заживо. Что ты говоришь?
Да что такое? Чё он такой наглый-то? Блин, какой он упрямый. Жалко, что здесь нету еще одного костерка, а то он бы у меня сейчас от души бы оплавился. У меня хпшка в принципе есть. Попробую сейчас от сопровождения. Нифига себе, что за история? Он меня схватил, что ли? Что раньше такого не было? Что-то он наглый какой-то. Вроде бы раньше было проще с ними. Что за жесть? У меня, кстати, и стрел нету. Блин. Это все так неприятно на самом деле. Казнь ему не понравилась, как я понимаю. Опа, опа, он мне сейчас наваляет, наваляет. Наглый какой, а? Неужели я его этой херенью запинаю? Мне вот интересно стало. Да, может он вообще нахрен свалится? Эй! Сейчас он такой, нет, я не буду умирать. Мои поздравления, ты пережил мою разминку перед боем. Чё, не хочет умирать, да? Презирающая смерть. Понятно, все. Все понятно с ним. Проблемный кадр. Где реально стрелы-то все? Чё за хрень? Должны же быть. А, вот там стрелы, наверняка. Да где же стрелы? На башенке они должны быть. 100%. Но их нету. Я их ожидал именно здесь. Блин, неприятно. Так. Чё он там, за мной бежит? Или он застрял на башне? Теперь он будет на башне тупить? Вот, стрела есть. Сейчас я наконец-то смогу его, наверное, убить. Или не смогу. Куда-то, блин, он делся. Я же его почти убил. Блин, он, походу, смылся. Фак. Точно. Вот ведь засранец. Ладно. Давайте тогда... Я так понимаю, что это основные квестовые задания. Давайте хотя бы немножко продвинемся. Нож во тьме. Вот, задание по основному квесту. Мы будем двигаться именно к нему. Не будем терять много времени. Сразу же. Хотел убить того чувака, не особо получилось. Но я и не переживаю. Заправляемся хпшкой. Чё, я его не убил, что ли, еще? О, сразу бы так взял, да и умер. Опа. И тут началась жесткая потасовка. Кажется, всех убил. Супер.
Опа, на собаке такой. Ничего себе, мне стычки сдал так. Ух, это было очень круто. Ух ты, а собаки еще и две. Ладно. Я уловил, на что они мне намекают, что я немножечко переоценил свои силы, поэтому не будем на собак отвлекаться. Нахрен этих собак, сваливаем отсюда. Бежим по направлению к основной цели, и там уже будем разбираться на месте. Потому что, ну, нафига? Нафига нам сейчас, как говорится, Кайзе Баян? Так, я видел там стрелы, но я не побегу к ним. Бежим прямо к своей цели. Так, сейчас проверю, куда я бегу вообще, туда ли я бегу. Как-то вот так нужно будет отбежать, что ли, или здесь через стены. Непонятно. Ладно, давайте попытаемся. Прям может залезть вот на эти скалы и по ним как-то через верх. Вот тут есть еще вход в скале. Опа, сквозь меня прошел меч. Это было забавно. Ладно, бежим, бежим дальше, бежим, бежим, бежим. Так. Тут эти вот гули какие-то, блин. Гули-гули. До свидули. Слабенькие. И вроде их не так много. Так, мы в пещере. Подняться некуда. Блин, сейчас мы по ходу дела пройдем через... через очередного капитана. Монетки забираем. Опа. Я в гневе. Я сейчас. Я сейчас. Высший берсерк. Причувствую полную задницу. Давайте мы попробуем сначала долбануть ядом его. Сейчас он такой: эй, я не хочу яд, я ненавижу яд. А после этого он сразу же получит еще и порцию огонька. А давай-ка еще разок. Хочешь? Берсерк нагленький. Может быть, их занять делом? Вот этим, например. Пусть занимаются ребята. Я думаю, им будет весело. Так, а что здесь за точка? Начать задание. Да пофиг, конечно, начать. Палантир пока не... ну, возможно, Шелоп укажет вам путь. Давай, Шелоп, указывай путь. Внезапно все орки куда-то пропали, и я оказался один. Мне понравилось нажимать задание с Шелоп. Опа. Нет, мне не очень понравилось уже. Это же Голум! Круто, круто, круто! Он нам помогает! Он, наверное, хочет кольцо! Боевые тролли. Перепрыгнуть их не удастся, но вы можете избежать урон, нажимая пробел, чтобы уклониться или проскользнуть у них между ног. Их можно оглушить усиленным выстрелом в голову или своевременной контратакой. На оглушенного Олга можно обрушить град ударов. Или удерживайте левый контур, чтобы сесть верхом. Не кое-что, сидя верхом, нажимайте левый контур, чтобы наносить удары в спину. Блин.
Блин, да что такое-то? Какая-то жесть, как это победить можно? Че, и все что ли? Что-то он как-то быстро и лихо скопытился. Сейчас этот начнет приставать. Мы спасли тебя, светлый хозяин. Голум, и зачем тебе меня спасать? Я не с тобой говорю, глупый следопыт. Он служит паучихе. Нет-нет, темная госпожа присматривает за Голумом. Голум присматривает за светлым хозяином. Светлый хозяин убьет темного властелина. А паучиха дергает. Саурон наш с ним общий враг. Иногда союзников не выбирают. Веди. И, короче... Идем, светлый хозяин, Голум покажет быстрый путь. Ага. Стреляйте. Это был непростой тролль. Где, блин, я цигули-то? Я не вижу. Мы ненавидим их так же, как грустных орксов. Мы делимся от них подальше, чтобы нас не раздавили или не разможили. Но ведь не разможили же, мы были... Ни за что бы не сделали больно светлому властелину. Мы загладили свою вину, так? Это мы еще посмотрим. Что происходит? Куда он нас ведет, блин? Вот почему я ему уже не доверяю? Вот почему? Куда-то он нас сейчас заведет в засаду. А потом еще будет требовать кольцо, которого у нас нету. Вот, вот тут, в пещерку. В самую задницу. Я уже чувствую, что мы сейчас тут нахлебаемся проблем. Близко, светлый хозяин, мы очень близко. Куда же он нас привел? Пещеры какие-то. Опять к ней. Я знаю, зачем вы пришли, вернуть украденное. Помолчи, создатель колец, ты забываешься. Украденное, он умолял у меня забрать его. А что ты скажешь, Талион? Я здесь ради Минос Ителя. Ты хочешь спасти его, хотя, возможно, он уже обречен. Должен быть способ. Твое видение правдиво. Даруй мне еще одно. Для чего? Ради знания? Или власти? О, можешь не говорить. Вот твоя правда. Хочешь заработать повышение? Тогда убивай. Хочешь, чтобы тебя заметили? Убей. Розово-рожево. Чем больше добычи, тем больше твоя награда. Идриль. Она умрет.
Многие погибнут, прежде чем Саурон будет побежден. Это знание может сыграть нам на руку. Может, пророчество не сбудется, и ее можно будет спасти. Выживет ли она, умрет с честью исход войны, это не изменит. Если он падет жертвой убийцы, Палантир будет потерян. Мы найдем его прелесть, поможем светлому властелину. Мы пойдем в Киритунгол. Мы найдем гадкого убийцу, да, да. Убийцу нужно остановить голым. Ты знаешь, где его найти? Да, мы узнали изогнутый клинок. Маргульский клинок. Да, режет, режет, режет всех телохранителей. Найдем телохранителей, за которыми охотится, и найдем и убийцу. Первый недалеко отсюда, сюда. Ты идешь не в ту сторону. Победите урков. Стреляйте в гнезда. А вот этих вот. Что эти орки делают? Ты боишься, как и капитан, признайся. Сейчас я попытаюсь их. Все, стрелы кончились. А с последним-то уж я надеюсь, я разберусь. Вроде это было несложно. А здесь интересно, где-нибудь есть еще поблизости. Стрелы. Мне бы они не помешали. Да, светлый хозяин. Иди сюда. Один из телохранителей рядом, мы уверены. Так. Так и где он? О, кстати, башня с глазиком. Найдите жертву наемного убийцы. Не понимаю. Как мне его найти? По следам? Да, видимо, по следам. Вот это что ли? Осмотреть тело. Ну давайте осмотрим тело. Такие раны мог оставить только Маргульский клинок. Мы на верном пути. Он умер уже давно. Надо прибавить ходу, иначе убийцу мы не догоним. Следовать дальше за голым. Ладно. Чтобы продвинуться вверх по иерархии, убийца будет выбирать более серьезные цели. Так, Кастамир единственный, кто знает, где Палантир. Мы должны защитить его во что бы то ни стало. Давай, голым, уже поднажми, поддай газу. Ой, там еще замесы такие. Не пойдем туда. Найти жертву наемного убийцы. О, а вот и стрела. Это было странно. О, а тут монстр пришел. И он сейчас им такой... О! А, он к мясу пришел. Я приманил его к мясу. Забавно. Сейчас он и тут всем наваляет. Да, мы постараемся просто не сдохнуть. Просто мимо пробежим. И где-то здесь, по идее, должно быть его тело. Вон оно.
Спокойненько подходим. И собираем тельца. Так, собрали. Раны у Маргульского клинка, как и у того. Это убийство было совершено недавно. И нужно дальше следовать за Голлумом. Как это креативно. Давай, Голлум. Жги. А то мы сейчас тут встрянем с этим огромным каменным чуваком. Валим. Я не хочу с ним в стычку вступать. Валим. Опа. Прилетела плюха такая. Я немножко сейчас зацеплю его на этих чуваков. Опа. Ничего себе, мне прилетела такая. Но мне повезло, нужно где-то хп найти быстренько, потому что еще одно попадание камня я, скорее всего, не перенесу. Эй, куда он сваливает? Алло. Блин, он свалил. Фак. Ладно. Бежим дальше. Стой, прячься. А я такой хоба и не спрятался. Это неприятно, если мы сейчас уничтожим патруль. Блин, нам нужно уничтожить патруль? Серьезно? Эй, это было же смертельное из-под тишка удар. Какого хрена? Использовал. Хрена себе. Нормально я ему потыкал. Да, тут, конечно, играет очень большую роль нажимать нужные кнопки в нужный момент, чтобы не окончательно не окочуриться. Безусловно, тут нужно внимание максимальное. Тут нам Голлум сообщает, что убийца не любит мух. Типа, когда он их видит, он что-то там ныкается. Неплохо. Комбинашечка такая. Так, что у нас тут? А где следы? Следы же сюда куда-то вели. Эй! Я и так же в призрачном мире. Немножечко хп заберем. Так, еще раз, призрачный мир. Где следы? А, вот. Вот хрень какая-то была. Вот тут вот. Где-то тут хрень была. Ну, давай, переходи. Чё он не хочет переходить в призрачный мир? Где мы, блин, вообще? Нам нужно найти жертву. Я уже следы потерял, блин. Они все хотят, чтобы я жертву нашел. А, ну вот, следы же, правильно. Ну, тут меня ребята немножко подцепили, говорят, извини, дружище. А я такой, нет, не извиню. А они такие, ты че, обурел?
Ну, короче, наваляло. Ладно. Этого сразу же отправляем на базу резаться. И вот этого тоже потыкали. Все, продолжаем искать. Продолжаем искать. В призрачном мире ищем тушку. Что-то далеко. Блин, а ни хрена себе, тут еще и разветвление следов. Ой, тут еще и пауки. Какая прелесть. Так. Прекрасно, это казался еще неверный след. Бежали, бежали, а потом только извини. О, есть. Наконец-то. Нашли очередную тушку. О, можно допросить. Ты мой. Знание слабости, преимущество врага может стать залогом победы. Нажми ниже, чтобы посмотреть качество наемного убийцы. Ну, давай. Так, боится мух. Мне что, их всех придется перевалить здесь? Ну, блин, ладно, я не знаю, давайте попробуем. Найдем его. Не знаю, зафига мне это нужно. Теперь нам нужно вот опознать этого убийцу. Вот он, тот самый. Ну, не очень страшный. Хотел просматривать его. Не очень страшный. Ладно, поехали. Далеко или нет, что-то я не понимаю. Вроде не особо. Победить наемного убийцу. Ну давай, давай. Победил, победил-ка. Ядовитый тьмы наемный убийца. Я всегда выполняю приказ. Выходец из могилы. Ахаха. Так, пора нам сейчас что-нибудь типа вот такого. Оба! А потом так еще. Оба! Неуязвим к обстрелу, типа извини, друг. А чё там он про мухи-то говорил? А здесь есть какие-то мухи? Короче, я походу сбросил немножко мяса. И сейчас тут начнется какое-то жарево. Немножечко заморозочку. Кстати, неплохо получилось. Хорошая способность, мне в принципе нравится. И опа, казнь. Ну, я получил очко навыка. Сейчас, наверное, что-нибудь прокачаем. Будем надеяться, с его смертью судьба ненасытеля изменится. Ненасытель разделит участь всех. Нам нужен видящий камень. Да, вспомнили. Прошло и полгода. Какая твоя часть твоей души была оставлена в этом кольце? Темная госпожа будет довольна. И убежал. О да, прелесть. А главный герой думает, что за идиот. Ну, классненько. Выполнили задание, немножко опыта получили. Открыт навык угроза смертью.
Так, давайте посмотрим, что изменилось вообще. Какой мы задница и где находимся? Мы в какой-то заднице. Так, у нас тут есть монументы, еще один хедир. Так, монументов у нас несколько. Хедиры 2. Их, конечно, нужно все отключить в идеале. Собрать еще надписи и тильдины. В общем, задач на ближайшее прохождение я уже вижу. Соответственно, мне нужно будет разблокировать, очистить 2 хедира, собрать вот эти монументы. Их тут сколько? 4 штуки я вижу. И попутно убивать капитанов. Когда я это сделаю, я это буду делать, конечно, в офлайне. Под запись видео я что-нибудь поинтереснее вам покажу. А пока что это, наверное, все. Да, я думаю, это все. Поэтому следите за моим каналом. Обязательно ставьте лайк под видео, пишите в комментариях, нравится ли вам смотреть, как я тут их мучаю и кромсаю. И, конечно же, жмите около подписки на колокольчик, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я загружаю какое-то интересное видео. На этом все. Пока-пока.